Так уж получается, что все чаще и чаще наши обзоры начинаются с некой криминальной хроники, и героями этих криминальных событий становятся вовсе не разбойники, насильники или какие-нибудь еще классические персонажи криминального мира, а героями этих сюжетов становятся чиновники Республики Башкортостан, которые все чаще и чаще мелькают на экранах телевизоров в наручниках. И вот на этой неделе в наручники был одет глава Илишевского района Ильдар Мустафин. Этот персонаж многократно становился героем нашего канала. Однажды мы ему даже посвятили целый выпуск. Вот этот вот Илишевский фараон. Действительно очень примечательная фигура. 12 лет Ильдар Мустафин возглавлял Илишевский район. Как говорится, от Ильича до Ильича. Начал он еще свою карьеру при Муртазе Рахимове и вот заканчивает ее при уже Ради Хабирове во второй итерации. В общем, персонаж более чем примечательный. В том нашем выпуске про Илишевский район мы очень подробно с подачи местных жителей, конечно, при помощи активных жителей Илишевского района, мы показали, как вообще все там работает в этом районе. Мы рассказали о тех вещах, за которые теперь господин Мустафин одет в наручники. Ну вот не знаю, какова тут причинно-следственная связь. Действительно, как отметили многие аналитики, события в Илишевском районе произошли с каким-то гигантским запозданием. Многие специалисты утверждают, что еще 10 лет назад можно было господина Мустафина преспокойно упаковывать в те же самые наручники, и были для этого всяческие основания. Не знаю, я не судья, не прокурор, пускай решают правоохранительные органы, но, на мой взгляд, решение это выглядит вполне себе справедливым. Однако объективности ради нужно отметить и то, что свои позиции не сдают. Комично выглядит тот факт, что 2 недели назад господина Мустафина принимал Хабиров. Мустафин отчитался об успехах района, Хабиров был очень доволен, хвалил его всячески, хлопал по разным местам. И вот через 2 недели Мустафина куют, значит, в кандалы и закатывают в следственный изолятор. Не знаю, есть ли тут связь между вот этой встречей и арестом. Вероятнее всего, конечно, ее нет. Однако Хабирову надо быть более разборчивым в этих связях, особенно публично освещаемых прессой его любимой Прочаковский, в том смысле, что вот можно получить такой эффект, что встретился с главой, опа, в изолятор отправился. Хотя, я повторюсь, я не утверждаю, что это связанные события. На прошедшей неделе стало известно из доклада контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан об объемах нарушений, допущенных в бюджетной сфере администрации города Уфы. Доклад этот, конечно, носил ошеломительный характер. Объем нарушений в минувшем 2020 году мэрия Уфы допустила в 6 раз выше, чем в предшествующем 2019 году. В 6 раз выше. Объем бюджетных нарушений, допущенных администрацией города Уфы под руководством господина Мустафина, составил ни много ни мало 17,3 миллиарда рублей. Отдельно было отмечено, что эти нарушения не являются прямым хищением из бюджета, но тут у меня, простите, логический вопрос. Если администрация позволяет себе нарушать бюджетные правила на такую астрономическую сумму, неужели это не приносит ущерба бюджету? А если это приносит ущерб бюджету, всем нам, налогоплательщикам и жителям Уфы, то это однозначно преступление. Очень смешно было наблюдать, как мэрия Уфы и подконтрольные республиканским властям СМИ выворачивали эту ситуацию наизнанку и пытались использовать в свою пользу. Я говорю о том, что за прегрешение администрации Мустафина, напомню, 2 у него чиновника буквально сидят сейчас под следствием, арестованные, причем связанные с имущественными преступлениями, значит, 17,3 миллиарда бюджетных нарушений, а отвечать за это будут почему-то елаловские. И сейчас я говорю о нелепой и неуклюжей попытке свалить все на предшественников. Честно говоря, немножко подзадержались в развитии наши башкирские власти в части делегирования ответственности.
Более 2 лет уже у власти Хабиров и его ватага. Уже неприлично сваливать все проблемы и ошибки на предшественников, но прошло уже 2,5 года практически. Так что, ребята, давайте начинайте отвечать за свои грехи, а то чуть что у них виноват Хамитов, Елалов, не дай бог, скоро еще и Рахимова обвинят. В общем, конечно, нелепо получается. Греков все больше и больше демонстрирует нам свою неспособность управлять сложными системами. Мы еще сегодня поговорим про подвиги нашего нового градоначальника, но, честно говоря, я все больше и больше разочаровываюсь. Человек он на вид милый, по всей видимости, неплохой семьянин и прочее, и прочее, но на этом его достоинства, пожалуй, что заканчиваются. В минувшую неделю города и поселки Республики Башкортостан начало затапливать талыми водами и поднимающимися паводками водами. Вопреки мажорным настроениям в правительстве, вопреки тому, что Хабиров говорил, что паводок будет низкий, тут же что-то наш гидрометстат, или как он там называется, мадам Горохольская, значит, тоже всех убаюкивала низким паводком, но тем не менее, как говорится, факты налицо, затапливает десятки поселков и малых городов Республики Башкортостан. Речь идет, например, о Давлеканово, Салавате и даже родном селе Радия Хабирова Сайраново, которые тонут, реально тонут, то есть на улицах вода затапливает магазины, затапливает частные подворья, страдает скотина, и многие жители, например, того же самого Сайраново уже прямо напрямую обращаются Хабирову, спаси, помоги там и прочее, прочее. Забавно, если не комично выглядела ситуация, например, в Давлеканово. Местные жители мне рассказали о том, что когда там начало затапливать улицы и вода стала заходить в магазины и дома, местная власть кинулась на спасение жилища главы района. Срочно были, значит, мобилизованы КАМАЗы, они возили песок на улицу, где расположен дом главы района Давлекановского, ну, только чтобы спасти его драгоценное имущество от затопления. Ну, конечно, это не красит руководство района и власть вообще в целом в глазах населения. Люди же все знают, все видят, особенно в районах, в деревнях, ничего не скрыть. И вот это вот эгоистическое отношение к окружающим, к жителям республики, к жителям конкретного города или поселка, оно, конечно, налицо. И вообще неготовность к стихии всегда трактуется в вину властям. То есть, когда власти неэффективно противостоят каким-то природным явлениям, будь то наводнение, будь то паводки, ураганы, неурожаи и все что угодно, это всегда идет в упрек властям, как бы ни обстоятельства, в случае, если эти явления приносят существенный вред населению. Так было испокон веку. Нормальная умная власть уже научилась это учитывать и предвосхищать события, каким-то образом сглаживать последствия. Стихия есть стихия, но человек все-таки изобрел МЧС и всевозможные способы спасения для того, чтобы в коровнике не стояла вода, чтобы женщины в сапогах не выбегали навстречу операторам и не пытались там записать какое-нибудь обращение к какому-нибудь радио Хабирову. В общем, прощелкали ситуацию. Теперь сводки с строительных фронтов. Было много в минувшие дни новостей разных по поводу строительства. Все они связаны фактически с конфликтными ситуациями, в которые развернулись у нас в Уфе и в республике. Для меня становится очевидным, что это вовсе никакая не строительная реформа, а иногда сведение счетов, иногда конкретная конкурентная борьба за какие-то участки и прочие вещи. Однако системности подходов здесь очень немного. Начнем с любимого нами ПСК-6. Господин Носков продолжает наступление по всем фронтам. Я имею в виду, он задействовал все возможные судебные инстанции для давления на администрацию Уфы и региона. На прошедшей неделе господин Носков подал иск в арбитражный суд тоже с требованием признать незаконным отзыв разрешения на строительство на Шатару Ставили 5. В общем, Носков действует системно, безжалостно и достаточно жестко. Судя по всему, договориться с ним не получилось. Ни в какой альянс застройщиков он
вступать не собирается, вопреки агитации и приглашениям всех подряд туда вступить. В общем, Носков реально воюет. Также в суд подала ООО «СТ Девелопмент», являющаяся застройщиком дома на Армавирской, 15. Застройщик требует у суда признать законным то разрешение, которое было выдано ему для строительства. Строительство, напомню, на Армавирской уже началось на момент, когда было отозвано разрешение. То есть схема здесь примерно та же, что у Носкова. Застройщики оспаривают уже полученные документы, потому что, ну, действительно логично, наверное, потребовать либо компенсации, как в случае с Носковым, а у него компенсация уже возросла почти до 1 000 000 000 рублей, ну, либо, там, как на Армавирской, 15, тоже потребует компенсации за уже вложенные средства. Компания «Жилстройинвест» не в пример Носкову и застройщику с Армавирской, пока не предпринимает активные действия, ведет позиционные бои силами в основном своей пресс-службы, выдавая некие соображения в эфир, издалека попугивая уходом с рынка. В общем, вот так вот выжидательная позиция. Я называю это позиционными боями, окопными. Но тут выяснилась одна пикантная подробность по поводу вот этого спорного объекта на Зорге по «Жилстройинвесту». Выяснилось, что здание, собственно, из которого и исходит основной протест, жители которого, вот это вот Зорге-75А, которого является костяком этих протестующих, вот с этим зданием возникли какие-то вопросы. Оказывается, это здание нежилое. Оказывается, оно строилось там под другие совершенно цели и задачи, и там статус недвижимости совершенно не жилой. Тут какие-то возникают очень нехорошие вопросы и подозрения об аффилированности вот этих всех вот протестов. Пресс-секретарь «Жилстройинвеста» прямым текстом заявлял, что сам протест не имеет ничего общего с искренними выражениями интересов граждан, жителей этого микрорайона. Тут я, пожалуй, соглашусь, потому что очень уж искусственно все это выглядит. И слишком много появилось оснований полагать, что кому-то некомфортно возведение вот этих вот домов «Жилстройинвеста» с точки зрения потери стоимости их собственного жилья, как элитного, который имеет красивый вид, и вот теперь эти многоэтажки этот вид будут загораживать. Ну, в общем, конфликт вовсе не в плоскости там градостроительства или законности, а в какой-то плоскости, по-моему, находится уже понятийный. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. За «Жилстройинвестом» мы наблюдаем внимательно. Я говорил о том, что войнушка на строительном рынке носит не системный характер, а точечный, и носит характер неких персональных конфликтов еще и потому, что на прошедшей неделе, например, была четкая иллюстрация избирательности подходов в нашей системе. Я говорю о том, что арбитражный суд отменил представление прокуратуры города Уфы о расторжении договора аренды участка под застройку на озере Кашкадан. Некая компания ООО «Телеком Инвест», вопреки планировке и противоречия генплану города Уфы, получила в аренду участки земли на застройку, участки, которые примыкают практически вплотную к Кашкадану, ну и визуально или фактически это будет жилье, построенное в парке. Мы уже в центре Уфы сталкивались с этой ситуацией, вы помните, да, парк Якутова, вот как его постепенно и аккуратно, незаметно и из-под тишка застроили вот этими элитными высотками вокруг. Теперь примерно такая же история происходит с Кашкаданом, и вот суд отменяет требования прокурора города Уфы, и вот это для меня является примером избирательности подходов. Значит, вот одним там около леса на Зорге нельзя строить, а другим, значит, на Кашкадане можно. В общем, очевидно, что никакой системности, никакой принципиальности ни мэрия, ни Белый дом по поводу строительства не проявляет. Это абсолютное лоббирование, это некий список Баширова, так сказать, витающий в облаках и в воздухе, и многие о нем говорят. В общем, конечно, безобразная ситуация. Это очевидная коррупция, это очевидные какие-то сговоры, то есть мы еще много увидим нехорошего на строительном рынке Уфы. Учитывая то, что было сказано ранее, особенно странным выглядит и ситуация с этой ассоциацией застройщиков Башкортостана. Наскоро слепленная организация, непонятно зачем учрежденная, но теоретически цели и задачи было упорядочение строительного рынка. Однако у нас строительный рынок регулируется таким огромным количеством нормативных актов федерального, республиканского, муниципального уровня, что, пожалуй, что там регуляторы уже не нужны. Нужно соблюдение законности.
Вот тут, конечно, с этим большие проблемы. Теперь появляется эта ассоциация. Начнем с того, что достаточно большое количество застройщиков, около половины застройщиков, хоть сколько-нибудь заметных на рынке, не стали входить в эту ассоциацию, несмотря на то, что их туда тащили прямо под усы. Кроме всего прочего, довольно странная позиция самой ассоциации и ее взаимоотношения с застройщиками. Казалось бы, любая ассоциация, любое объединение должно защищать интересы тех, кто в него вступил. Ну, там, типа профсоюза, какого-то сообщества союза. Нет. Ассоциация здесь становится какой-то надстройкой над всей этой отраслью. Более того, форма общения – это вот этот вот меморандум, о котором говорили на прошедшей неделе. И, мы, собственно, вкратце этот меморандум сводится к тому. Ассоциация забирает у застройщиков от 10 до 12% их оборотов. Вот просто застройщик должен будет выплатить от 10 до 12% стоимости застраиваемого жилья отдать ассоциации. Выглядит довольно странно, прямо скажем, да? Я не стану уж резко выражаться, да? Рэкет это или вымогательство, но вообще создалась какая-то ассоциация. Мадам Сараполова там, значит, порхает вокруг нее, аж, значит, небо не видно. И теперь они просто забирают 10-12%, существенную часть, десятину забирают у строителей. При том, что на самом деле не отменяются при этом никакие налоги и сборы. Это просто дополнительные расходы. Где здесь логика, разум, я не знаю. Что в обмен прозрачно намекается на лояльность властей. Если в обмен на 10% от оборота застройщику обещают лояльность властей, то, пожалуй, это очень сильно похоже на преступление. Потому что, ну, вообще-то власти и так должны быть лояльны к бизнесу, к строителям и ко всему, что вокруг них происходит. Власти и так получают налоги со всего этого строительного бизнеса, с каждого шага, со всех, со всех. Но тут уже просто совсем за гранью разумного. А теперь просто отдайте нам 10-12%. Очень любопытно, на что будут тратиться эти деньги в представлении этой ассоциации. Написано, что они дословно будут расходоваться на решение социальных вопросов города. Причем сформулировано это так, что, собственно, можно купить новый Мерседес Грекову, и тогда это тоже будет решение социальных вопросов города. Вот настолько сырой документ, настолько не готовая вот эта история, что, ну, я уповаю на что? Здесь, ну, ни один из серьезных застройщиков Уфы и Башкирии это не идиот. Это человек, прошедший, как правило, огонь и воду и медные трубы, и прекрасно понимающий, что происходит. Тут они четко взвесят за и против. Вот Носков и некоторые другие пошли путем законного регулирования своих прав и обязанностей. Собственно, наверное, это единственный верный путь. Я, знаете, небольшой фанат господина Носкова, прямо скажем, если мягко говорить. Но при этом я вижу, что человек избрал правильный, может быть, не самый легкий путь. А вот поддаться и начать платить десятину, вот это удел тех, кого потом просто сожрут. Они должны понимать, что придут сильные и слопают вот этих вот поставленных в коленно-локтевую позу застройщиков, слопают их, как говорится, без молока в сухую, потому что, ну, они уже готовы, они уже стоят на коленях. Ну, в общем, посмотрим, как это будет развиваться, но вот эта ассоциация вызывает у меня массу вопросов. А еще на прошлой неделе у нас в городе случилось смешное. Наконец-то к нам приехал Варламов, которого так звал в гости Радий Хабиров. Вообще Варламов такой становится уже комический персонаж. Это человек, который издалека из Москвы грозит какому-нибудь муниципалитету тем, что он сейчас приедет и их раскритикует. И дальше есть два сценария. Первое, этого никто не замечает. Варламов приезжает, критикует городишко, и, собственно, этого тоже никто не замечает, и Варламов уезжает. Либо муниципалитет, администрация пугается, ну вот как в случае с Радием Хабировым случилось, пугается, панически бегает кругами, потом приглашает Варламова на хлеб, соль, чай, чак-чак и немножко и на кусочек бюджета города. И, в общем, все заканчивается счастливо для обеих сторон, но абсолютно бесследно и безрезультатно для жителей города. Ну вот, примерно то же самое произошло у нас на прошедшей неделе. Перепугавшись приезда Варламова в гости, Ради Хабиров его приглашает в гости.
господин Греков, исполняя роль радушного градоначальника, зачем-то катается по нашей жуткой набережной с этим Варламовым на великах. Но вот это все выглядит так жалко, если честно. Они, ребята, вот прощелкали вспышку. Этот Варламов был, ну, в силе, в каком-то авторитете, он был моден, ну, 10, ну, 5 лет назад. Вот когда еще Чадлин привозил сюда Варламова, и когда им пугали этим Варламовым Елалова, вот это было еще актуально. Вот в последнее время. Но это же, ребята, ну, простая история, да? Варламов даже не скрывает своего ценника. Ну, собственно, формально он берет деньги за какую-нибудь лекцию, которую он, собственно, вчера и отработал в Арт-квадрате. Ну, ребят, ну, камон, ну, это же смешно. Кто такой Варламов? Какой такой он урбанист? Ну, вот его панически боятся деревенские администрации, типа города Уфы там и прочих, значит, городков. Причем в последние годы, ну, все уже поняли, что это такое вообще, и перестали реагировать, и он уходит все дальше и дальше во глубину сибирских руд. Скоро он, наверное, докопается до администрации уже Сахалина. Ну вот, в этот раз повезло Варламову, я имею в виду финансово повезло, город Уфа оплатил его услуги, ну, собственно, это мы оплатили его услуги, конечно же. Тем самым, ну, вроде как, обезопасили от критики там Грекова, Хабирова, но ведь город от этого не изменился. Вот эти, посмотрите, город Уфа последние недели тонет в грязи и в воде, при этом Греков с Варламовым катаются по набережной, значит, и там вокруг них порхает какой-нибудь Валерьян Гагин, ну, наш доморощенный урбанист. И, в общем, вот у них там какой-то междусобочек и милая беседа. Но город от этого не стал чище. Город в этом году максимально грязный в моей памяти. Греков отказался вывозить снег и принял вот эту концепцию «само растает». Эту концепцию подхватили по всем городам республики, и многие из них просто утонули в воде. В общем, конечно, еще раз говорю, Греков – это большая ошибка. Заметное событие произошло в прошедшую неделю в медийном пространстве, я имею в виду, ребрендинг издания про Уфу и расширение издания на два соседних региона. Ну, была какая-то интрига, Руфа Гареевна интриговала всех некоторое время и вот собрала очень замечательную, хорошую презентацию, пригласила правильных людей. Мне очень понравился состав тех, кто был приглашен, но здесь налицо тщательный отбор. Отсутствие в зале лохматых публицистов, доцентов и полное отсутствие каких-либо блогеров очень благотворно повлияло на атмосферу мероприятия. Серьезные, причастные к теме люди, нормальные разговоры, нормальная презентация, все было очень круто. Я желаю удачи Руфе Гареевне, желаю удачи изданию. Мы записали небольшое интервью с ней прямо там на презентации, ну и, собственно, готовы вам его показать. Издания про Уфу больше нет. Вместо него появляется новое универсальное большое издание на три региона. И не потеряем ли мы то, что мы имели от про Уфу здесь в Башкирии, здесь в Уфе? Спасибо за поздравление. Но нет ни одной причины для того, чтобы мы потеряли свою аудиторию, свою читательскую аудиторию, которая нас любит. Наоборот, мы рассчитываем, что с выходом на Татарстан и на Челябинскую область мы, конечно, приумножим нашу аудиторию. Это, безусловно, аудиторию вы приумножите. Я имею в виду то, что фокус, который был сделан на проблемы Башкортостана здесь, на проблемы Уфы, на проблемы того, как здесь все происходит и решается, не будет ли он ослаблен? Вот это, ну, самое главное, наверное, что интересует и наших зрителей, и ваших зрителей, кстати говоря. То есть, ну, вообще всех неравнодушных, кто пользовался, условно говоря, источниками, ну, не государственными, не официальными, не аффилированными и так далее. Нам беспокоиться или нам радоваться? Я считаю, что нам надо радоваться, потому что у нас есть несколько компаний башкирских, которые вышли за пределы региона. Да, это Farmland, это Уфанет. Я безумно ими горжусь, потому что они так, ну, их не так много. Да, в принципе, к сожалению, большому сожалению, таких бизнес-проектов, которые вышли за пределы республики, не так много. И мы один из тех бизнес-проектов. Я хочу сказать, что все-таки это бизнес. Да? Это первое. Второе. У нас есть команда, сильная команда. И мы, конечно, эта команда продолжает работать на уфимской аудитории, на башкирской аудитории. Но при этом мы
когда мы берем темы, которые касаются Челябинска, Казани, мы их будем обучать. Там будут работать другая команда. То есть мы, естественно, будем набирать кадры и уже ищем, уже есть договоренности. Там будет просто наша задача научить их писать свободно, честно, не боясь, не оглядываясь, там, не думая о том, что власть от Бога, да, что и не боясь критиковать власть. Вот только в этом. Вот эту задачу мы себе ставим, потому что вы прекрасно знаете, аудитория соскучилась по альтернативному мнению. Аудитории, избирателям, гражданам, наверное, пора осознавать все-таки, да, что власть не надо любить, от власти нужно требовать. Да? Ей нужно пользоваться. Вообще, к власти надо относиться утилитарно, прагматично. Мы вас наняли, мы вас избрали, будьте добры, ведь эти 5 лет выполните все свои должностные обязанности. Лишнего не просим, только то, что вы обязаны делать. Вот такое отношение, требовательное отношение к власти, вот может изменить нашу страну. Ну, в общем, мы будем за вами наблюдать внимательно. Наблюдать с удовольствием, с любовью и симпатией, в том смысле, что мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать. Спасибо. И мы надеемся, что вот то, что сегодня произошло, это действительно усиление позиции, это действительно усиление аудитории, это сделает лучше в конечном итоге нашу жизнь. Ну и мои поздравления снова. Спасибо. Это, конечно, усиление, потому что выход на другие регионы предполагает новые финансовые вложения. Потому что если бы у нас не было бы сил, мы бы не стали рыпаться, да, грубо скажу. Мы не стали бы пробовать даже выходить куда-то, но вот у нас есть вот такие возможности, и мы рады воспользоваться этими возможностями и дарить свободу, свободную и честную журналистику вот соседним нашим регионам и дальше, по другим регионам. Самара, Оренбург, вот зона наших интересов. На прошедшей неделе многие жители Уфы получили новые счета за отопление в марте, с возмущением заметив, что стоимость отопления опять возросла. Судя по всему, Баш РТС окончательно приняла решение испытать на прочность терпение жителей Уфы, несмотря на все эти массированные, значит, протесты, какие-то попытки штурма Белого дома и прочее, 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 цены на отопление стабильно растут в Уфе. Есть предположение, что и в апреле мы получим чудовищный счет, несмотря на то, что, наверное, весь апрель топить батареи не получится. На прошедшей неделе прошла информация о том, что Баш РТС испытывает тепловые сети каким-то максимальным тепловым режимом. Я не знаю, что это такое. И у меня вопрос. Вот за эту максимальную температуру во время испытаний мы тоже заплатим? Как за гигакалории, за все прочее? То есть тут складывается какая-то ситуация, которая, по-моему, уже несет угрозу местной власти. То есть действия вот этих поставщиков тепла носят характер подстрекательства к бунту. Ну, это мое субъективное суждение, но мне так кажется. Потому что, ну, большего недовольства вызвать в последнее время никому не удалось, кроме как вот этим компаниям, которые поставляют тепло в квартиры уфимцев. Растущие ежемесячно счета уже вышли за рамки разумного и возможного, и я не знаю, как теперь будет разрешаться эта вся ситуация. И еще немного о цифрах, статистике. Ради Хабиров очень любит статистические выкладки, например, частенько говорит о росте индекса промышленного производства. Мало кто понимает, что это такое, но вот постоянно он о нем говорит, восхищается тем, как этот индекс растет в республике. Я не до конца понимаю, как это связано с реальной ситуацией в экономике, но вот так вот нравится. При этом Хабиров почему-то умалчивает о других статистических вещах. На прошедшей неделе стало известно, что за 2,5 года
правления Хабирова и его ватаги здесь, в республике, мы потеряли 1,2% населения республики. И это ни много ни мало 48 тысяч человек. На 48 тысяч человек уменьшилось население республики за время руководства регионом Радием Хабировым. Вот почему-то об этой печальной статистике никто ничего не говорит. Хотя и Кремль, и администрация президента, и лично Владимир Путин очень большое значение уделяют и демографии, и смертности в регионах. В общем, вот эту цифру стыдливо скрывают в администрации Радия Хабирова. Вот о подобной статистике почему-то не принято говорить на оперативках, почему-то об этом не беспокоится и не заявляет Радий Хабиров. Хотя эта цифра, потеря 1,2% населения целого региона, эта цифра конкретно и четко иллюстрирует эффективность работы и Хабирова, и всей его вот этой ватаги. И в завершение немного нашей почты, которая обширная и разнообразная. И вот в этот раз хотелось бы показать два коротких ролика, которые прислали нам с Дуванского бульвара в городе Уфе. Дуванский бульвар – это какое-то проклятое место. Мы, помнится, года два назад снимали там сюжет, держали камеру низко у асфальта, и вот эти дикие рытвины, там совершенно кошмарный ландшафт, как на Луне. Прошло два или больше года, ничего не изменилось. Самое странное, что какие-то подозрительные и абсолютно неэффективные работы по ремонту дорожного полотна на Дуванском бульваре проходят ночью. Совершенно непонятно, почему это происходит, но вот жители этого бульвара присылают нам фотографии и видеокадры днем и ночью этого ужасного участка проезжей части на Дуванском бульваре. Ну, я обращаюсь к городским властям. Сергей Николаевич, дорогой, ну сделайте что-нибудь, явите чудо народу, будьте первым мэром, который справился с Дуванским бульваром.